Всем привет! Вы смотрите Черное море каждый день. И это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе, в Инстаграме. Все ссылочки в описании. Сегодня 30 января. Отличная погода была днем. Около 15 градусов. Сейчас вечером прохладней. Женя вот опять пришел поздно на море, время 10:36. Хожусь на пляже Ривьера. Температура воздуха на данный момент где-то градусов 10. В общем, уже не так жарко, как было днем. Много народу, море бушует, волнуется. Какой-то человек подошел к обходу. Волны достаточно сильные. С него размером. Девочку зарыло. Вот и ребенок. Семечки жует. Такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и смотрите Черное море каждый день. Всем пока!